Здравствуйте, в эфире новости день за днем, в студии работает Олег Соловьев. О событиях, которые нам показались интересными, смотрите прямо сейчас. У нас переходы всегда очищены, и остановки практически очищены, несмотря на то, что очень-очень много снега. Борьба коммунальных служб со снегом продолжается. Украли по мелочи-то. Вещи там только. В Смоленской области раскрыта серия краж автомагнитол и навигаторов. Сводка криминальных происшествий за неделю. Попробуйте обратиться в МУП КПП, у них тоже такая вакансия периодически проходит. Вы приняты. В центре занятости рассказали, как найти работу. Массовая эвакуация прошла в местах скопления людей в Смоленске. Утром 30 января в различные службы Смоленска поступило множество анонимных звонков о минировании объектов города. Были эвакуированы посетители нескольких торговых центров. Также отменили занятия в ряде школ. Полиция и кинологи проверили все объекты. Взрывоопасных веществ или их следов найдено не было. Администрация города просит жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Снежная зима в этом году проверила на выносливость коммунальные службы города. Дворники, вооружившись терпением и лопатами, продолжают чистить город от снега и наледи. А специализированная техника, начиная с 4 часов утра, бороздит дороги Десногорска. Подробности далее. Вот уже несколько дней слышат жители Десногорска утренний скрежет лопат и рев тракторного мотора. Самосвалы, погрузчики и грейдер слаженно работают отрядами. Метр за метром они освобождают дороги от снега. Специальный транспорт для уборки снега предоставлен службой благоустройства МУП ККП и компании «САЭС-сервис». Суммарно в городе работают 11 единиц городской техники. Около 20 человек ежедневно очищают автобусные остановки и пешеходные переходы. По указанию главы города подготовлено и направлено обращение руководителям предприятий, благодаря чему они также оказывают помощь в предоставлении техники для вывоза снега и уборки города. Результат не заставляет себя ждать. Вы видите сами, что у нас переходы всегда очищены и остановки практически очищены, несмотря на то, что очень-очень много снега. Из-за обильного снегопада во многих городах России транспортная система оказалась парализована. Стоит отметить, что эта ситуация не коснулась Десногорска. Коммунальные службы оперативно организовали процесс уборки. Борьба продолжается не только со снежными сугробами, но и с наледью. Своевременно мы очищаем наши крыши, балконные козырьки, карнизы от нависшего снега, от сосулек, от наледи. Жильцы домов предупреждены о том, чтобы проявляли бдительность и осторожность вблизи зданий, жилых домов. Сами жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Сегодня я пешком прошел по всему городу, ну, можно сказать, не по всему, по части одной города. Я обратил внимание специально на, как занимается ЖКХ. Вот. И, конечно, я могу им сказать благодарные слова. Спасибо. Снега очень много. Ну, конечно, коммунальные службы с таким снегом, как это, могут и не справиться, и дворники у нас постоянно чистят. Не совсем, конечно, устраивает. Ну, и надо, конечно, вникнуть в эту проблему, что зима сегодня очень снежная, очень в этом году. Поэтому хотелось бы, чтобы и дорожки были расчищены получше. Но не всегда качество уборки зависит от самих коммунальных служб. Припаркованные во дворах автомобили зачастую блокируют подъезд снегоуборочной техники. Сейчас мы вешаем объявления и на досках в подъездах, и объявления ставим под щетки на автомобили, но очень плохо реагируют наши водители на то, чтобы убирать их, свою технику с тротуаров от подъездов непосредственно, где должны производить уборку. Коммунальные службы просят жителей города в ближайшую неделю парковать автомобили в гаражах или на стоянках. А пока сама погода помогает коммунальщикам. Снег стремительно тает и становится более податливым для погрузки. Его вывозят на второе объездное кольцо, где весной он благополучно растает и увлажнит почву. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Плакаты с призывом купить так называемый таможенный конфискат появились в Смоленске несколько дней назад. Реклама приглашает приобрести импортные вещи с большой скидкой, при этом указывая, что они якобы конфискованы на таможне. Интересно, что по признанию продавца он понятия не имеет, откуда привезен его товар. Напомним, что согласно закону, весь таможенный конфискат переходит во владение Росимущества. Далее распоряжаться товаром может только эта организация.
В дежурную часть смоленской полиции поступили сообщения о кражах имущества из двух автомобилей. Неизвестные похитили автомагнитолы, навигаторы и другое ценное имущество. Общая сумма краденого – 20 тысяч рублей. Подробности в сюжете. Схожие обстоятельства преступлений навели полицейских на мысли о том, что кражи могли совершить одни и те же лица. После проведения оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения, в кратчайшие сроки были установлены личности подозреваемых. Ими оказались местные жители от 30 до 45 лет. Всего трое мужчин. Все они уже были ранее судимы за имущественные преступления. Найти их не составило труда. Сбыть добытое нечестным путем имущество они еще не успели, да и свою вину не слишком удачливые воришки не отрицали. Что из машины украли? Украли. Украли по мелочи. Вещи, парковку. Угу. Ранее совершали преступление? Да. Помимо мелких краж, сотрудниками полиции установлена причастность данных лиц и к попытке хищения транспортного средства. В отношении подозреваемых отделом номер 2 Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы на срок до 5 лет. Теперь преступников ждут не столь отдаленные места, а вот автовладельцам следует быть начеку. Не забывать о важности автосигнализации и не оставлять в машине ценные вещи. Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ. До 20 лет лишения свободы грозит жителю Смоленска за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. В доме у подозреваемого нашли свертки, упакованные в фольгу. Экспертиза показала, порошок, который находился в свертках, это производная метилэфедрона. Он относится к наркотическим веществам. Также при обыске полицейские обнаружили и другие синтетические смеси весом более 300 граммов. Смолянин признался, что запрещенные вещества он планировал сбыть путем так называемых закладок. В отношении подозреваемого Следственным управлением МВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело. А о криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 90 сообщений о происшествиях, из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 68 административных правонарушений, в том числе 57 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. Проект «Поезд здоровья» позволит смоленщине закупить мобильные передвижные комплексы скорой помощи. Для этих целей из федерального бюджета выделено 74 миллиона рублей. Пока комплексы на стадии сборки. Автомобили больше и комфортнее старых образцов. В их оснащении есть оборудование для проведения различных диагностик и исследований больного, а также комплект реанимационного оборудования. Такие машины будут выезжать в том числе и в отдаленные деревни и села. Тот, кто хоть раз находился в поиске работы, знает, насколько это изматывающий труд. В Десногорске услышать заветное «Вы приняты» не так и сложно. Что для этого нужно сделать, узнаете из нашего следующего сюжета. Кто хочет, ищет способ, а кто не хочет – причину. Примерно так можно охарактеризовать текущую ситуацию на рынке труда в городе. Центр занятости Десногорска делает все возможное, чтобы встреча соискателя и работодателя состоялась как можно скорее. Современный интернет-портал с понятной информацией и удобной навигацией делают поиск работы быстрым и простым. Список свободных должностей обширный. Соискатель трудоспособного возраста может претендовать на вакансии рабочих профессий. Таких множество. Также есть большая потребность в медработниках, учителях, работниках дошкольных учреждений. За 2018 год в Центр занятости обратилось 911 человек с заявлениями о содействии в поиске подходящей работы. 680 человек из них мы трудоустроили, в том числе и на временные рабочие места. Если не хватает уверенности или знаний, организация и тут готова помочь соискателю. Центр занятости оказывает услуги по социальной адаптации, психологической поддержке, по обучению граждан востребованным профессиям на рынке труда, а также по повышению квалификации по уже имеющимся у них профессиям.
целом уровень безработицы по городу стабильный, далек от критических значений. Работодателями регулярно заявляется большое количество вакансий. Они позволяют трудоустроить многих соискателей. Как результат, тенденция по безработным гражданам положительная. С каждым годом количество соискателей становится все меньше. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых открылась выставка «Золотой поцелуй». В экспозиции представлены 64 репродукции трех знаменитых художников 20 века – Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи. Этих художников объединяло одно – черты стиля ар-нуво, но при этом каждый сохранял индивидуальный творческий почерк. Посетить выставку можно до 3 марта. А теперь о погоде. 1 февраля в Десногорске будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Днем плюс один, ночью минус один. На сегодня это все новости. Смотрите наш телеканал и не забывайте про сайт desna-tv.ru. С вами был Олег Соловьев. До скорого!